Вот здесь, на улице Ленина, находится хостел Инн. Такая дверь. И название как бы намекает, что мы сейчас окажемся в очень интересном месте. Так, появляются березки, скамеечки. При входе обязательно нужно разуться. Дальше мы попадаем в сказочный лес. Есть напитки, которые можно приобрести. Дальше зона отдыха с диванчиками и телевизором, с отдельными местами. Шикарная кухня, постирочная. Дизайн просто замечательный. Дальше по коридору у нас туалеты. Туалетные комнаты оборудованы раковинами, зеркалом. Есть мыло. Душевые. Душевые удобные, с крючками, со своей раковиной, с зеркалом. Гладильная доска с утюгом. Еще один диванчик. Трехместные. Из окошка виден супермаркет «Роса». Там хороший кулинарный отдел. Можно попить кофе и купить продукты. «Роса». Еще есть номера. Очень интересно размечены сразу же по количеству проживающих. И такое окошко. И вот такой восхитительный мой номер, случайно оказавшийся полностью в моем распоряжении. Здесь две кровати. На всякий случай есть одна запасная, третья, вон там сверху. Здесь шкафчик с полочками, вешалка и на всякий случай обогреватель, столик, стульчик, бардак мой. Ну и березки. Березки. А напротив хостела остановка, с которой на 50-м автобусе можно доехать до столбов напрямую.